Всем приветики. Давно у нас не было никаких распаковок. Тут у меня собралось несколько писем. Давайте сейчас распакуем, посмотрим, что за последнее время я получал. Правда, я уже несколько писем повскрывал. Ну, тоже все покажу, что за последнее время я получил себе в коллекцию. Итак, поехали. Так, распаковал я конверт. Давайте начнем с новинок 2024 года. Это у нас две монеты. Ежик в тумане. Номиналом 25 рублей. Так, видно их? 25 рублей. Ежик. Ну, конечно, симпатичный, красивый. Мне нравится, как выглядит монета в цветном исполнении. В обычном исполнении я еще не видел. Покупать не стал. Мне кума обещала передать несколько монеток. Ну, как передаст, может быть, потом покажу. Так, это для меня и для Андрюхи я заказывал. Также получил монетки из Соединенных Штатов. Это у нас выдающиеся женщины Америки, да? Набор Крув 2024 года. Так. Сертификат. И так выглядит набор. Конечно, в качестве пруф монеты мне очень нравится. Квотеры выглядят шикарно. Супер. Мне нравится. Помог мне приобрести Александр. Он живет в Штатах. Он приобрел, вот, передал для меня небольшую посылочку. Саня, спасибо тебе большое. Следующий набор инноваций 2024 года. Также сертификат. И так выглядит набор инноваций в качестве пруф. Обычные монеты в обычном исполнении в этом году не покупал. Ну, не знаю, просто сильно не вижу смысла в них. Вот. Монетки в качестве пруф, да, они выглядят, конечно, шикарно. Так, и следующий у меня идет набор. Это у нас годовой набор 2024 года, тоже в качестве пруф. Так, сертификат. Здесь у нас идут разменные монеты. От 1 цент, 5 центов, 10, 50 центов и 1 доллар. Простите, зачем убивать? Нет. Конечно, на них смотреть прям очень приятно. Шикарные наборы. И также в наборе пруф идут женщины Америки. У меня так. Как они отдельно, получается, наборчик. И в годовом наборе. Удивительно, почему инноваций нет в годовом наборе. Вот это, конечно, вопросики. Когда выходили президенты, серии президентов, они шли почему-то в годовой набор. А сейчас, в данный момент, их нету. Так. Потом как-нибудь покажу, какие у меня наборы на данный момент собраны. Но это в будущем. А также получил банкноты. Это мне Дениска, тоже он в Штатах живет. Заказывал с Польши для меня банкноту. Так. Она ушла в Америку, потом с Америки в Казахстан, с Казахстана в Россию, с России мне пришла данная банкнота. Так, 20 злотов. Замечательные банкноты. Я также собираю памятные банкноты Польши и пополнил вот себе коллекцию. Мне, к сожалению, двух банкнот всего не хватает. Как говорится, самых дорогих
пока что в моей коллекции их не хватает. Ну, в будущем буду надеяться, что когда-нибудь я их все-таки смогу приобрести. Так, дальше. Я уже, честно, не помню, откуда я и чего. Так, это, по-моему, мне Виталик подарил. Это одна Накфа. Идет у нас Эритрея. Так, также Виталик мне подарил. Так, это у нас 5 ливров. Ливан. Так. Следующая Сомали. 50 шиллингов. Тоже мне Виталий подарил. Это я себе заказывал в коллекцию. 5000 рублей 1992 года. Так. Также 1000 рублей 93 года. Решил потихоньку пополнять себе коллекцию банкнотами СНГ. Так. 100 Абсар. Абхазия. Это у нас новиночка. У меня в коллекции есть 25 абсар. Также я приобрел 100 и 10 абсар Абхазия. Ну, выглядят очень красиво. Сейчас посмотрим еще под ультрафиолетом, как выглядят эти банкноты. Также мне Никита прислал тут банкноту. Это у нас 10 тысяч тенге, Казахстан. Это у нас какой год? 24-й год. Новиночка. Также Никита мне прислал еще одну банкноту 10 тысяч тенге 23 года. Спасибо большое. Дениска, тебе тоже спасибо, если я забыл сказать. Так, всем, кто мне помогает покупать, приобретать банкноты, вам огромнейшая благодарность. Так, шикарно просто выглядит банкнота. Так, это я себе приобрел 80 бат. Таиланд. Также на днях в банке взял себе две банкноты номиналом 100 юаней. Это более новая, 2015 года выпуска. У меня просто ее не было, решил взять. К сожалению, в банке не было других номиналов, только 100 юаней. Ну, я их парочку взял, пускай будет. Так, следующая банкнота. Это у нас Фиджи, 100 центов. Там здесь вот с драконом красивая банкнота. Она уже давно вышла, но я ее почему-то себе не ложил в коллекцию. Вот недавно, как говорится, приобрел. Это полимерная банкнота. Так, следующая банкнота, это у нас Тонга, 5 панга. Так, 10. Тоже симпатичные, небольшие номиналы взял. Также Ямайка, 100 долларов. И 500 долларов Ямайка. И Пакистан, 5 рупий, да? Ой, 75 рупий, извиняюсь. Так, вот такое у меня было небольшое пополнение за последнее время. Давно я не снимал, ну вот решил сразу же все показать. Та-дам! И вот мы на темной стороне. Первая банкнота, это у нас 75 рупий. Ну, достаточно красиво, мне кажется, подсвечено. 75 номинал, также узор очень красиво выглядит под ультрафиолетом. Так, с обратной стороны, так, ветряная мельница подсвечена. Я люблю, когда на банкнотах красиво подсвечено какое-нибудь изображение. Красота. Вы в комментариях напишите, какая банкнота вам больше всего понравится под ультрафиолетом. Будет интересно почитать. Так, следующая банкнота, это у нас вот тут Ямайка, 500 долларов. Ну, светится. Ну, могу сказать, как-то скромненько, но все равно хотя бы подсвечено. Так, здесь с этой стороны, вот здесь узоры.
Лепота. Так, следующая банкнота. Это Ямайка $100. Также подсвечена. С узорами. Ну, примерно то же самое, как и на 500-ке. Примерно одинаково. Следующая банкнота Тонга. Здесь тоже какие-то ромбики. Номинал. И с обратной стороны. С обратной стороны поскромнее, да, хотя тоже светится. Бывает, что банкноты вообще никак не светятся. Так, пятерочка. Точно так же, как и на десятке. Одинаково. Так, следующая банкнота номиналом 100 центов Фиджи. Ну, здесь красиво. Номинал 100 центов и цветок, да, прям смотрите, как красиво переливается. Ну, красота. И по бокам защитные полосы. Так, с обратной стороны дракон светится, иероглифы, номинал. Ну, прям красота, смотрите, какая. Вообще шикарно. Вот это мне нравится. Ляпота. Так, следующая банкнота номиналом 100 юаней. Здесь у нас защитные волокна, нумерация банкноты и номинал, да. Так, с обратной стороны. Вот здесь у нас идет звезда и кольца, да. Симпатично. Кстати, обратная сторона номинал просвечивается, и типа дулом, когда берешь, интересно. Так, вторую сотку. Давайте тоже. Это нет смысла. Так, следующая банкнота. Это у нас идет Таиланд. 80 бат. Так, это, по-моему, это король с королевой. Да? Также здесь у нас какие-то вот узоры, цветочки. Свечены. Цветы. Интересно, написание с Фиджи, конечно, проигрывает. С обратной стороны защитные волокна и вот защитная полоса. Так, следующая банкнота. Это у нас идет Казахстан. 10 000 тенге. Так, вот здесь вот у нас что, золотая печать. Да? Ну вот, подсвечена. Попробую приблизить. Красиво, симпатично. Так, обратно. Не будем баловаться с приближением. С этой стороны точно так же. Супер. Так, следующая банкнота. 10 000 тенге, Казахстан. Также узоры изображены, они подсвечены. И с обратной стороны. Лепота. Барс такой лежит, отдыхает. Жалко, он не светится. Так, следующая банкнота. Это у нас идет Абхазия. Так, 10 абсар. Усы, да, у нее так светится. И с обратной стороны. Так, интересненько. Так, следующая соточка. Тоже красиво. Так, следующая банкнота номиналом 1000 рублей 93 года. Ну, здесь видите защитные волокна, вроде как здесь по кругу немного какой-то орнамент высвечивается, и также вот здесь вот, где надпись. Что-то я зрение последнее время теряю, плохо вижу, что там изображено. Так, с этой стороны чисто защитные
защитные волокна, да? И немного вот орнамента здесь вокруг тысячи. Так, следующая банкнота номиналом 5000 рублей. Тоже не особо интересно. Что-то светится. Так, следующая банкнота, это у нас Сомали. Это 50 шиллингов. Здесь орнамент. Номер банкноты и номинал. И с этой стороны здесь у нас подсвечен человек, да? Соберу. Ну, интересненько. Так, Накфа. Эритрея. Здесь у нас защитные волокна и нумерация банкнота. Так, с обратной стороны тоже номинал банкноты один и защитные волокна. Так, 5 литров. Вот у нас здесь номинал. И все, да. С этой стороны совсем скромно. Так, и последняя банкнота с номиналом 20 злотых, Польша. Ну, да, не ожидалось, что совсем вообще никак. С этой стороны, а с этой стороны у нас там светится флаг, правильно? Да, да, прям красиво флаг, конечно, светится Польша, прям шикарно. И нумерация банкноты, прям ярко, отчетливо. Все, вот такое у меня было пополнение. Все, спасибо всем за внимание. Постараюсь надолго не пропадать. Возможно, в ближайшее время сделаю еще какой-нибудь обзорчик, покажу, что у меня есть в коллекции. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.